Иисуса Христа. Дорогой Господь Иисус, Ты за нашу немощь на Себя, понес наше боление на Себя. Ранами Твоими мы исцелены. Я запрещаю духа заболевания, духа негде, именем Иисуса Христа повелеваю. Отдай нам, братья и сестры, отдай нам, братья и сестры, выйди из тела, братья и сестры, дьявол, сатана, ты поражен, ты Слава Иисус Христос.
Аминь. У кого еще пророк? Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу! Ты исцеляй сестру! Благодарим тебя, Господь Иисус! Аминь! Аминь! У кого еще есть? Пожалуйста. Пастор, в то воскресенье, да? То есть в среду, вы молились за мои десны, у меня сильное было воспаление. И оно продолжалось уже где-то с весны. Но сейчас вот буквально очень резко так, у меня десны были такие красные, то сейчас они уже приобрели такой, ну, нормальный уже цвет. Слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу. Аминь. Как ваша дочка, не слышали? Нет еще. Ну, спасибо всем за молитвы, вам, пастор, спасибо огромное. Знаете, я переживал очень сильно эти дни, потому что у дочери вторая беременность. Прежде было кесарево сечение, первая беременность, так вот разговаривался там. Вот, и переживал по поводу всего этого. И когда пастор помолился, вот как раз помолились, у меня мир такой пришел. И я сейчас молюсь тоже, но уже без такого волнения, с верой, что это уже совершилось. Я думаю, так, я ночью написал, что значит, что мы молились, и вот я от Бога принял для тебя исцеление. Слава Богу. Я хочу потом исцелиться. Аминь, да, аминь, да. Она будет исцелена. Аминь. Она вместе с всякой стороны исцелена. Аминь. Господь Иисус исцели, аминь. Принимайте с верой. Принимай. Она будет исцелена. Аминь. Аминь, аминь, аминь. У кого еще подарок? Слава Господу! Да, помолимся с вами. У меня нога дуже тяжко, пилила нога, ну сейчас нормально. Слава Господу! Слава Иисусу Христу! Исцелил наши немощи, нервы, слабости. Аминь. И Паша в школу пошел нормально, я тогда не дозвонилась, но тогда, когда вы помолились, он же спокойно, устал утром сам и пошли, и с мамой пошел в школу. Слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу. Аминь, аминь, дорогие друзья. Теперь молитесь за нужду, за проблему, за препятствие. Если уже Господь решил, пожалуйста, свидетельствуйте, у кого уже ответ от Господа, если есть, пожалуйста, расскажите, благодарите нашего Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу! Вот здесь Господь помог, помогал и поремонтировали, и сделали. Слава Господу! Пожалуйста. Я хочу засвидетельствовать, поблагодарить Бога. Ты знаешь, мы 3 месяца с человеком были в этом селе, втрое внуки, человек. И Бог давал иногда, да, иногда мне казалось, силы мне покинут, но Бог настолько меня укреплял, давал мне силы пройти, бо и ворот, ну, кто знает сельскую работу, це скільки всього багато. Ну я така благодарна Богу, що точно, що де б ти не був, якщо ти Божа дитина, куди б ти не пішов, завжди Божа рука на дитям Божим. Те укріплення, ту силу, все я чувствувала, як Бог рядом, ну рядом. Бо іноді були минути, бо я читав сутками Слово Боже. В мене я як і каялась, ну не було, іноді не було, що я не брала Слово Боже у руки. Ну, як Господь сказав, що собирайте сокровища не на землі, а на небесах, і ті сокровища за весь період, скільки я з Богом, скільки я Слово Боже знаю, то я його хоч не читала іноді, як приходилось, але ті всі слова, ті всі місцеписання, яким Дух Святий наповняє кожного, ну, внутрі оживало, і ти хоч не читаєш, але ти ходиш, і ти їх провозглашаєш, і ти з ними живеш. І днем просипаєшся, ти говориш, і днем ти що-то робиш, ну, хоч не як то кажуть, Слово Боже не заглядаєш, але серце береш це сокровище, і ти його, ту істину, те слово, ти його собі произносиш, і ти живеш цим.
дякую за те, що привів людей віруючих. Да, там церква друга, я ходила туди на причасті, там була Володя, не був би трохи туди далеко ходити. За всіх людей, які, ну, як то по житті, всі мені добрих, хороших людей дають. За все слава йому. За всі ваші молитви я дуже дякую. Відчувалися, я вам все казала, скільки молитв, ціле літо ви молились. За все Богу, це тільки йому вся слава, хвала. Ти рішив всякої правди вопрос.
Только Тебе воздаем славу. Только Тебе воздаем славу, Иисус Христос, Дух Святой. Ты жив, Ты не мертвый, Ты действующий. Ты продолжаешь Твою работу до конца века. Твое имя Иммануил. Ты везде с нами. Куда мы пошли, куда мы поехали, там Ты с нами. Без мира с нами, Господь. И сегодня с нами. Вчера был Ты с нами. Сегодня с нами. Завтра с нами Ты с нами. До конца века. До края земли. Ты будешь с нами, Господь Иисус. Духом Святым. Благодарим Тебя. Вся слава. Тебе воздаем, Господь Иисус, за Твою заботу, за Твое исцеление, за Твое решение всякого нашего правильного вопроса. Благодарим Тебя, Господь Иисус, молимся за Ирину и за Артем, молимся, Господь Иисус, за Тебя. Помилуй, изли Твоя благодать на них, спасай, освободи, укрепи, слава Тебе, Иисус, за Тебя. Исполняй всякую нужду, слава Тебе. Защити, слава Тебе, Иисус. И будет Твое имя прославляется. Твое царство расширяется, умножается. Верим, верим, верим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Ему, Господь. Мы пожертвуем для расширения Царства Божьего. Спасителю Богу хвалу, радость на поте всем поди Ему. Поди Спасителю Богу хвалу, поди все поди Ему. Поди Спасителю Богу хвалу, радость на поте всем поди. Даешь силу и мудрость и все зарабатывать деньги, Господь Божий, и
то заработанное, да, правильно, Господь Божий, правильно расходовать, мудро, Боже, потому что даже и порой и у бедного человека бывает очень много достатка, но из-за неразумия люди теряют все. Но Господь благослови нас быть головой, действительно, и в этом отношении также тем, что Ты нам дал, Господь, распоряжаться мудро. Благословенно во имя Иисуса, пусть, Господь, люди неверующие, не знающие Тебя, Господь, пусть и в финансовой сфере увидят нас порядочными в деньгах и скажут: подлинностями Бог. Подлинно я хочу познать того же живого святого Бога. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. И этот год наступающий пусть будет годом процветания. Эль-Шадай, Бог более чем достаточный Бог. Более чем достаточный Бог. Аминь. Аминь. Писали, друзья, записи, объявления. Слава Богу, пусть Бог благословит на наступающую неделю. Богослужение в воскресенье в 11:00, как обычно. В среду служение есть 18:30. Мы продолжаем изучать Слово Божье, слово за словом, глава за главой, стих за стихом. Первое послание апостола Павла в церкви в Коринфе, 7 глава, пусть Бог благословит, читайте Слово Божье также, не забывайте ежедневное чтение Слова Божьего, Слова Божьего. В четверг 18:30, еще в четверг мы собираемся для молитвы, приглашаем всех принять участие в молитве за страну нашу, за Украину, за все, за положение в Украине, также будем молиться за семьи, за родных, за церковь. Пребывайте в молитвенном состоянии, пребывайте по возможности в посте, по возможности также и вечером мы соберемся вместе для того, чтобы Бога поблагодарить и просить Его, Его милости. И слава Богу, ежедневно мы молимся, ежедневно мы обращаемся к Господу, поэтому вы сердце не сомневайте духом, пламенейте Господу, служите. Мы церковь, не церковь воскресного дня, а церковь ежедневная. Господу мы служим ежедневно, молитвами, словом, евангелизацией также. Пригласительные есть, вы можете взять еще пригласительные, которые на полочке. Раздавайте, приглашайте, евангелизируйте людей, пусть Бог в этом вас благословит. Слава Господу! Если у кого-то было день рождения на прошлой неделе, мы хотим поздравить вас, помолиться. Я так взглядом... У моей младшей дочери был день рождения. Поздравляем! Пусть Бог благословит ее. Благословение. Так взглядом я тоже не знал, кого бы могло быть день рождения в сентябре, в начале сентября. Пусть Бог благословит вашу дочь особенно. Она благословена мудростью, знаниями, всяким благословением свыше. Слава Богу. Если есть еще какие-то далее объявления, пожалуйста. Слушайте, дорогие друзья, раз в месяц у нас есть общая единоестественная пост-молитва. То есть это четверг. В этом четверг с 10 начинается. Кто сможет, приходите в церковь, здесь находимся и поститься, молиться. А вечером на полседьмого вместе, кто после работы, присоединяйтесь. Вечером на полседьмого здесь вместе молимся за свою нужду, за Украину, за пробуждение, и за власти, и так далее. Молимся вечером, поэтому приглашаю. Четверг на 10 часов, кто сможет прийти, приходите, постимся, молимся. Раз в месяц, ежемесячный пост, общий пост, это четверг. Вы уже картошку уже выкопали, да? Вы все выкопали картошку, уже картошку, кубряк и цибулю все уже собирали, уже, да, дорогие друзья. А кто занимается на огородом, занимается, почти они уже собирали урожай. Хочу сказать тем, кто на огороде занимается, хочу сказать вам из Библии, чтобы вам было Божье благословение, чтобы Богу ему угодно было.
что нам сказать о явлении, друзья. Малахи 3, 10 написано, что вы отдайте Богу от всякого дохода, от всякого дохода. То есть это слово значит от зарплата, или от пенсию, или от, если у вас есть квартирант, есть, квартирант платит тоже каждый неделю, месяц от квартиранта, и тоже от продажа и так далее. И от урожая. Это включается урожай, дорогие друзья. Бог дает нам урожай каждый год, дает нам погоду, дает нам, позволяет нам, чтобы мы получили урожай. Картошку, буряки, кукурузу, и цибулю и так далее. И в Старом Завете написано, что выделяй десятину от урожая, от произведения с поля. Произведение с поля есть это урожай. Мы на поле огородом занимаемся. Вот, десятину от урожай. Мы должны выделить десятину от урожай, отдать Господу Богу. Попробуйте, дорогие друзья, Господь даст вам в следующем году два раза больше урожая. Уже есть свидетельство, есть уже любое свидетели. В прошлом году она своего урожая дала Господу десятину, картошку, буряки дала. И Господь благословил ее в этом году, уже два раза больше. Это честно и благоугодно нашему Господу Богу. Урожай тоже это Божье благословение. Это тоже дохода. Туда Господь дает урожай, картошку, более касается картошку, буряки и цибуля. Это пойдет для семинария, у нас богословская духовная семинария есть, туда для студентов мы можем кормить. Наша семинария, внос для нашей семинарии очень дешево, копейки, почти копейки, очень недорогие. Студент как даром учится. Студенты из другого города, пастыри, служители, верующие учиться на нашем семинарии, они как даром учиться. Но кормить, если вы принесете картошку, буряки, цибулю, это студента кормить идет туда студента. Это касается нашего семинария. А фрукты, так остальные, когда у нас будет в день благодарения, вы можете принести в день благодарения, сюда положим, в этом день, этом празднике. Мы вместе празднуем, благодарим Господу Богу, сидим на столе, мы все это урожаем вместе, общаемся, дорогие друзья, и так далее. Дорогие друзья, Господь благословит все вас, хранит вас и защитит вас, и даст вам мудрости преуспевать во всем. Самое главное, у нас есть Дух Святой. Иисус уже благословит нас Духом Святым. Что? Иисус ослал Духа Святого. Это Дух Святой – самый хороший подарок от Бога нашего Иисуса Христа. Дух Святой, дай нам успех. Он дает нам силу, здоровье, защиту. Он наш учитель, утешитель, наставник. С ним вместе сообщайтесь, подчиняйте к нему. И он вас правильно ведет, он вас благословит. Да Господь благословит все вас. До встречи. Аминь. Друзья, Наташа говорила, что у нас одна сестра Лариса. Лариса, здесь в этом селе она живет. У нее дом сгорелась. Беда, несчастье получилось. Выбивает уже 4 человека, и всякий выбивает. Очень неудачная ситуация. Она же переживает, она же в депрессии сидит.
кто из вас может помогать или может физически помогать и так далее, и обратитесь.